think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня дальнейшая прокачка. Будем тестировать первое знакомство делать с героем. Ну, я так побегал. Что могу сказать? Бомба, а не герой. Реально кайфовый. В плане, я потестировал его на подземках. И честно скажу, он даже без эволюции, без мега прокачки, просто тащер. Вот смотрите, сейчас покажу. Ну, это реально бомба-ракета. Смотрите на дамаг. Каждых 0,2 секунды 35%. Это первый скилл. Посмотрите, сколько он дамага наносит. Плюс превращает. Еще хилит себя. Ну, реально круто. Имеет иммунитет к молчанке. То есть, его сложно будет убить. Ну, в принципе, нету других иммунитетов. Это у нас просто герой без прокачки. То есть первый скилл в течение 2 секунд уменьшает атаку вражеских целей, то есть дебафит на 25, накидывает на них молчанку, наносит урон в размере 35 от своей атаки всем ближайшим вражеским юнитам. Вот так вот. Это у нас скин, облик новый меха-самурая. Ну, довольно-таки неплохо. Что я могу вам сказать, реально кайфовая. Кайфовый герой будет, но сейчас прокачаем, посмотрим. Вот, наносит урон 35 и превращает 10 нанесенного урона в восстановление здоровья. Давайте улучшим навык. Так, 10-10 он у нас стал. Я заодно сейчас... Изворот. Хочу посмотреть еще, автопрокер он или нет. Сейчас или так, или... Так... Докачаем просвет. Такс. Дофига маны надо. Вот смотрите, как он заблокировал. Кайфово. Молчанка на 4 секунды сразу прилетела. Но зональное действие, как видите, он бьет по зоне. То есть появляется, скажем так, щит в зоне дальности его атаки. Ну, то есть зона дальности его скилла не очень большая. Вот тоже есть. Видно сразу, да, автопрокер. То есть тут уже 30-й прорыв качали. Ну, давайте ради интереса залетим. Ну, видите, сливается по чуть-чуть. То есть собирать его на дамах, ну, я не знаю, я смысла особо тоже не вижу, потому что с дамагом он, мне кажется, будет себя убивать. То есть вариант full death. Ну, хотя, в принципе, с обликом можно и тот вариант. ОЗ-шка плюс ПД-шка как вариант тоже неплохой. Ну, довольно-таки неплохой герой. Не знаю, мне реально нравится.
Конечно, мне кажется, до Зефира ему далеко. У нас тут ничего нету. Можно вот так вот сделать, этих камней все равно нафиг не надо столько. Уйдут скоро в перелимит. Сейчас сделаем ему эволюцию и агментацию. Ну, то есть автопрокер. А, блин, у нас манаш есть, что-то я туплю. Автопрокер однозначно плюс. Сейчас мы его подкачаем. Посмотрим, что он может на эволюцию. И сделаем ему агментацию. Так, есть, докачали. Давайте сразу встыкнем Римку сюда. Чтобы он сразу у нас включался. Хотя у него, в принципе, быстрый набор. Поэтому тут Римка, ну, я считаю, не особо нужна. Соберем одного на дамаг, сейчас попробуем. Ставим с грубой силой, посмотрим, как он отлетать будет от отражалок. Так, ремочка есть. Можно с ремкой собрать. Так, давайте сделаем ему эволюцию сразу. Так, эволюция есть. 10-10. Ремку оставим. Поехали, попробуем такой вариант. Посмотрим опять же на той же самой подземке. Что он может? Ну, по дамагу я вам скажу, бомба. Дамага, конечно, немерено. На PvP локации, где герои кучно стоят, ЗБшка. Ну, отхила не так уж и много, я вам скажу. Он себя на фул не отхиливает. То есть 10% маловато. Или это 10% общего дамага, или дамага каждой цели, вот, непонятно. Ну, видите, он даже не дожил. Если другие герои свободно доживают. Давайте агментацию сделаем. Механическое ядро. Попробовать собрать его полностью фулового на дамаг. Давайте попробуем такой вариант. Интересно просто посмотреть на его отхил. Поставим суперсилу. Сопротивление у него и так хватает. Попробуем такое что-то наролить по-быстренькому. Крит удар.
побольше крит урона натащим, чтобы он дамажил. Посмотрим. Нифига толком не падает. А я клон был, надо было оставлять. Так, атаку оставим. Ну, пока он не максимальной прокачки, тут особо заморачиваться тоже над созвездиями смысла нету. Атака, жизнь. Точная жизнь. Ну, даже такой вариант оставим. Такс. Так, окей. Пять, десять. Поехали, посмотрим. Ну, в рейде нас сейчас тут, наверное, разнесут нафиг. Понятно все. Давайте на подземках посмотрим. Так, ну теперь поприятней будет. И дамаг получше. Ну и соответственно, видите, отхил сразу стал лучше. От дамага. То есть, когда он будет собран на дамаг, по судя по всему, отхил будет намного выше. Но все равно сносит. Так, хорошо, если мы сейчас сделаем вариантик вот такой вот, прокачаем грубую силу для теста. На максималку поставим сюда порочный пакт. Ой, тут даже дамаг не показывается. Посмотрите, насколько разница стала. Офигеть просто. Смотрите, что он начал чудить. Не, ну это, конечно, жестко. Смотрите разницу. Он сразу же фуловый стоит. Он просто тупо не подпускает. Офигеть. Жестко. Реально жестко. Давайте пятую кошмарку. 5-10. Посмотрим. Офигеть. Ну что я могу сказать? Крутой герой на подземках тоже будет тащить. На PvP локациях, конечно, сборка на атаку от отражалок будет отлетать. То есть, соответственно, надо ставить однозначно ПД-шку. И думать какой-то дефный вариант. Но дамага у него просто немерено. Прикольненько. Да, ребятушки, это хороший герой будет. Такс. Поехали, сделаем теперь вторую эволюцию, посмотрим. Что он может сделать на второй аву?
Это причем не максималка, это только 10-10. Но по дамагу посмотрите, что творится. Самое основное ему включиться, только он включился, все. Просто тупо разнос. Я офигею. Не, он реально крутой. По дамагу. Блин, офигенный герой. На локациях реально он будет тащить. Ну, супер. Реально бомба. Конечно, не знаю, ограничений у него нету, поэтому с Зефиром вряд ли он сравнится, но на большинстве локаций он будет тоже очень крутой. Вариант сборки, ну, не знаю, больше все-таки к дафному варианту я. Так, заморозка. Я не вижу, чтобы его станили. Странно очень. Посмотрите, пошел отхил. Сразу как только он, ну блин, по дамагу, конечно, он крутой. Странно. Ну, еще раз попробуем. Ну, смотрите, землеройка сразу же в стан. Фрея тоже в стан. Лис тоже стан. Зефир тоже стан. А этот не станется. Что-то я не понял. Что за прикол? Опять коряво скилл перевели. На 60%. 3,8 секунды, это прикиньте, что на 15-м. 60, молчанка, наносит урон 160 от атаки, 10 в отхил, к молчанию имеет высокое крит сопротивление. Блин, ну к молчанию, но ну, я сотрю, его не станет. Что-то я не могу понять. Ну, смотрите, он просто тупо не станется. Или он так быстро убивает, или реально он не станется. Но все остальные сразу же в стан попадают. Этому пофиг. Странно очень. Ну, просто тупо стана нет. Я не знаю. Конечно, отлетает он с пактом моментально. Ну, в общем, ребят, что я могу сказать? Корявость перевода IGG, судя по всему. Но он, я не знаю, он не станется. Просто тупо не станется. Странно очень. Так, у Андрюхи тут азашки так и нету. Попробуем тогда вот такой вот вариант поставим. Ну, смотрите, он не станется нифига. Единственное, что заморозка на него работает. Ну вот, теперь у нас дамага не так уж и много, но... Мы добавили деф и все, посмотрите разницу. Да, он не настолько дамажит, но посмотрите внимательно на то, что он делает.
В принципе, дамага и так хватает. Под один лям без ппшки. Это, конечно, будет. Он будет разбирать многих героев. Ослепление пошло. И сразу же отхил пошел. Да, на максимальной прокачке, ну, я не знаю, с уклонениями его сложно будет слить. Реально очень сложно. И хилит себя довольно-таки прилично уже. А что я могу сказать? ADG красавчики. Интересный донатный герой. На PvP локации он зайдет только так. Супер. Не знаю, мне нравится это без прорыва, то, что он делает здесь, реально круто. Плюс автопрокер, к нему хрен подойдешь нормально. При нормальном дефе реально жесткий перс будет. Учитывайте то, что он накидывает молчанку. То есть большинство героев только под ворожаем смогут жить, чтобы он снимал, и то он снимет раз, этот опять накинет. Не факт, что выражение отлетит к тому времени. В общем, не знаю, прикольненький герой. Пишите комменты, что вы думаете, и ждите максимальной прокачки теста. Всем удачи, всем пока.